очень-очень тихо, очень-очень светло. Голуб, голубчик, голубчик. Он не певец, но его руки поют десятками голосов. У меня никакого голоса нет, но мне Господь дал вон какие голоса. Я за вас хаваюсь. Он покорил весь мир, но его сердце никогда не покидало Кубань. Это эмоции, которые я услышал в детстве, я напитался ими, они во мне. Вот это была для меня главная консерватория. К 80-летнему юбилею казачьего маэстро. Высшая оценка в искусстве слезы. Это те самые мурашки, которые бегают. Это тот самый комок в горло. Потому что ты потрясен тем, что произошло на сцене. Виктор Захарченко. «Пусть мчится моя жизнь». 22 марта в 20:30 на телеканале «Кубань-24».